Сообщение о пожаре на пульт 01 поступило в начале первого ночи. Оказалось, горит Хостинский универсальный рынок, расположенный в переулке Привольный. К месту выехало два пожарных расчета Хостинского района. По прибытию обнаружили, что на площади 100 квадратных метров горят павильоны. Попросили дополнительные силы и средства Садерского района и Центрального. На пожаре работало 4 пожарных расчета. Пожар удалось потушить в 1 час 17 минут. Ну а так рынок выглядит сегодня. Несмотря на происшествие, он продолжает свою работу в обычном режиме. В ночном пожаре выгорело 4 павильона, еще 6 были задеты огнем. Погибших и пострадавших нет, чего не скажешь о товаре владельцев торговых точек. По словам пожарных, причина возгорания – короткое замыкание. Ну и я добавлю, что это уже 5-й по счету с начала недели пожар. Как говорят огнеборцы, зимой количество возгораний обычно увеличивается, потому как в это время люди активно пользуются отопительными приборами.